Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Ищу православие». Значит, дело вот в чем. Попал на такой вот интересный сайт, который и хочу вам предложить, чтобы вы не сидели просто так перед монитором, а занялись делом. Значит, показываю вам Испанию. Это значит монастырь Сельве-дель-Альказар. Если хотите, можете вот так вот 3D походить по залам, посмотреть. Пожалуйста, предлагаю вам окунуться в мир истории, точнее, Испании. Даже еще точнее, ребята, можете не только в Испанию залезть. Это очень интересный сайт, обратите внимание. Много здесь всяких разных, в любой монастырь можете зайти посмотреть. Вот, значит, карта. Так, что-то отказывается эта карта работать. Вот она. Вот, значит, карта. Можете зайти в любой монастырь, побывать там. Вы спросите, а при чем здесь тогда это? А дело, ребята, вот в чем. Почему я начал искать все это дело именно в Испании? Ну, так получилось, что начал я с Испании. Просто попалась картинка в интернете. Увидел я шикарный монастырь. Думаю, дай зайду, и пошел, и набрел вот на этот интересный сайт. Значит, можете вы вот не только Испания, любую точку мира. Вот тут поиск есть, набираете. То есть, вот сразу вам предлагают побывать вот. Так, подождите. Побывать вот где тут предлагают. Так, сейчас, да что ж ты. Сад Эрам-Шираз. Предлагают вам побывать. Мечеть Насир Аль-Мульк в Ширазе. Мехико. Дом плитки. Пентер. Погребальная камера. Пембрукшир. Индия, что ли? Ну, то есть, очень много тут, а пожалуйста, заходите. Путешествуйте на здоровье. Предлагаю вам этот сайт посетить. Так, давайте теперь, значит, вернемся к православию. Причем здесь православие? Почему я его начал искать в Европе? Попалась мне, ребята, вот такая интересная книга. Давайте я, значит, вам зачитаю тут кое-что. Саму книгу я вам показывать пока не буду, ребята, потому что еще сам я ее как бы не читал. Но тот маленький отрывок, который мне удалось бы по-быстрому, вчера это была ночь, уже спать хотелось. Значит, буду готовиться. Дело, значит, идет о нашем царе Федоре Ивановиче. Я, значит, так бегло ознакомился, посмотрел там по этой истории, значит, ну, придурок, короче, по этой истории, придурок, и за него бы это, за этого придурка правил, как будто бы этот, значит, Борис Годунов. Но, ребята, по вот этой книге я бы не сказал, что он придурок, понимаете? Я потом впоследствии вам зачитаю из этой книги интересные места. Ё-моё, это вообще не то, что мы знаем об этой истории, и в частности об этом Фёдоре Ивановиче. Так, ну давайте я, значит, зачитаю вам по-быстренькому. Так, поехали. Того ж году прояви Бог угодника своего, блаженного Василия, и быша от гроба его чудеса великие, многое множество, различными недугами исцели. Царь же Федор Иванович повелел сотворить над гробом его раку серебряную и позолотить
и учредить каменьем с жемчугом, и повелел сотворить на гробом его храм каменный, и уставися празднества Августа во второй день. Так, о первом престольнике Иопе, на патриаршество и об отпуске патриарха Царьградского. Патриарх же Царьградский Еремий советовался с царем Федором Ивановичем, что был в православной вере папа. Папа Римский. Да четыре патриарха. Александрийский, Антиохский, Цареградский и Иерусалимский. И папа де окаянный от православной веры отпал и впал в ересь латинскую веру. И ныне де благочестия пятого на престольника нет, а здесь де в московском государстве православная христианская истинная вера, чтоб быть в московском государстве пятому патриарху, царю же Федору совет его быть благоприятен. И положил на его волю патриарх же Еремий, поставил с московским архиепископом и епископом первого патриарха Иова, митрополита. Царь же Федор пожаловал патриарха своим государевым великим жалованием и отпустил его во Царьград с великою честью. Понимаете, да, как придурок рулит, что архиепископов ставит, вы понимаете? То есть папа отпал, то есть их было пятеро. Еще раз зачитаю. Папа Римский, да четыре патриарха Александрийский, Антиохский, Цареградский и Иерусалимский. И папа де окаянный от православной веры отпал и впал в ересь латинскую веру. И ныне де благочестивого пятого на престольника нет. И поэтому они, значит, выбирают на московском государстве православные христианские истинные веры. Понимаете, да, ребята, в чем дело? Ну и, соответственно, поэтому-то я и полез, значит, в Европу. Думаю, дай-ка я посмотрю. Может, где-то эти-то следы-то этой православной веры-то там остались, я думаю, может, не все зачистили. Ну вот я вам, значит, и предлагаю. Давайте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала, вместе с вами поищем. Может, чего-нибудь интересного, да и найдем. Вы посмотрите, какой изумительный сайт. Можно прям любую, вот посмотрите, хоть что можно приблизить. Посмотреть, хочешь пол, хочешь потолок. Так что, путешествуйте на здоровье по Европе и ищите истинную христианскую православную веру. Спасибо, ребята, за внимание. Давайте, начинайте путешествовать по Европе. Подписывайтесь на канал. Буду показывать вам много интересных документов. До свидания.